Спонсором выпуска является канал Висконти. На нем вы найдете видео по популярным играм, летсплеи, обзоры, стримы, первые взгляды на новинки игровой индустрии. Также ваш любимый скрап-механик. Все это Висконти. Всем привет, друзья, с вами Нильфгорн, и это игра Scrap Mechanic. Ваши постройки сегодня будут, я вернулся, немножечко у меня еще хрипит голос, но я думаю, вы меня простите за это, так что, ребят, сильно вот, пожалуйста, к этому не придирайтесь. Ну что ж, начнем. Андрей Дашкевич, его построечка под названием «Баги». Андрей, как всегда, просто на высоте, на мой взгляд, просто шикарнейшим образом построен на баге. Но знаете, вот оно выглядит именно так, как я вообще представляю баги. И как я видел баги, да, то есть и вживую видел баги. Именно такой драгстер баги, которые преодолевают, ну, не вертикальные горки, а очень большой градус на большой скорости, залетают туда, где силовой каркас на двигателе есть, как раз таки он здесь есть. Великолепнейшая подвеска. Единственный ее минус вот здесь вот, я не знаю уж почему, вот она немножко искривлена. Но когда баги едет, то есть это как бы незаметно. Особенно мне очень нравится подвеска баги, срабатывает вот сейчас, вот смотрите. То есть видите, выпрямилась подвесочка и вот просела на один угол. Я не знаю, почему так получилось, не знаю, почему оно так сработало. Может быть, так запланировано, а может быть, небольшая недоработочка, не знаю. Но давайте, собственно, обратим внимание на саму подвеску. Я обожаю вообще подвески, мне нравится работа подвески. Мне нравится соприкосновение колес, работы подвески и с землей с неровностями. Вот я всегда любил это и до сих пор люблю, и очень часто, ну вы сами, наверное, заметили, на это уделяю большее внимание. Мне нравится, когда создают инженерно правильную схему, как бы интересную схему, потому что игра именно на это рассчитана на какие-то интересные такие вот схемы, и именно... Вот, сломалось! Колесо сломалось! Прикольно выглядит, даже вот сломанное колесо очень классно сделано. Реально сделано. Так, отлично, все. То есть, и поэтому я обращаю на это внимание, потому что здесь, в этой игре можно сделать что-то интересное, и когда это делают, я обязательно об этом говорю. Все остальное, двигательная часть, если бы здесь можно было самим собирать двигатели, как-то их там улучшать, может быть, добавлять турбины, там, больше поршней. Блин, этой игре бы цены не было, но так как здесь нету этого, то вот на самое сложное здесь из технической части, что можно сделать, это подвеска, поэтому на нее я в большей степени обращаю внимание. Да, можно подобие пушек сделать, но это всего лишь подобие, да, поэтому я об этом не говорю. Ладно, ребята, я начинаю уходить от темы. Но, собственно, и даже уходя от темы, вы все сами прекрасно видите, потому что баги очень классно сделаны. Баги ездит очень великолепно, поворачивает, все у нее работает. Единственное, я бы, наверное, вот моя просьба к Андрею, что не хватает... Понятно, что здесь нету, но вот... точнее, понятно, что здесь и не нужно, но не хватает вот как бы открывающейся кабины. Это было бы очень круто, если бы как-то кабина открывалась. Просто визуальный вид. Вот все, больше здесь нафиг не нужно, но, может быть, здесь по каким-то причинам нельзя это было сделать, так что не будем придираться. Но, блин, прикольно, мне нравится, как она едет. Она прям вот преодолевает все препятствия, притом так очень отлично, еще прыгает отлично. Опять сломалось колесо. Но это неизбежно. Это неизбежно, потому что подвеска здесь, конечно, пробивается очень часто. Здесь ничего с этим не поделаешь. Но, надеюсь, скоро все изменится с новым обновлением и с введением нового инструмента сварки. Спасибо Андрею за его работы. Он нас радует. Да и вообще, всем спасибо, потому что за то время, пока я болел, огромнейшее количество построек поскидывали. А мы продолжим. Следующая постройка от Артема Кубика. Очень громкая постройка при езде, когда мы едем, подвеску гремит прямо очень жестко, потому что именно жесткая подвеска. То есть она не на пружинах, она именно на
изгибающихся трубах, так скажем. Ну, так ее назовем. Как видите, подвеска вот задняя работает. Ну, вот если даже вот сейчас вот видите, вот как видите, работает. Но у нее изгиб очень маленький, потому что по центру идет ось на каждое колесо, да? Ну, не на каждое колесо, а на каждые два колеса. И они искривляются. Все, то есть она даже невысокая подвеска. Но, в принципе, вот как видите, довольно-таки выглядит интересно. Мне нравится. То есть вот в таком варианте вот она может даже... кабина все равно прямо стоит. Но вот на передние колеса, я так понимаю, подвесочки нет. Это вот печально. Потому что здесь немножечко не хватает. Ну и тягач все-таки трековый. То есть он асфальтовый. Он не где-то там по... глубинкам, так сказать, ездить, да, где-то лес перевозить или еще что-то. Он именно фуры по трассе гонять. Вот что-то типа такое. Функционала здесь дофигища. И, честно говоря, этого половины-то и не нужно. Но мне понравилось. Понравилось, особенно понравилось то, что у нас появился новый создатель. Новые построечки выложил. Ну и давайте оценим. Ну, во-первых, здесь у нас работа двигателя. Как видите, мы можем так вот, посмотреть эту работу двигателя. Но, честно говоря, я вот не знаю, зачем вот это открывается, эта рама. Потому что, в принципе, мы можем открыть всю кабину, то есть посмотреть уже всю целиком. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо, не надо, не заваливайся. То есть, в принципе, мы можем и так все посмотреть. Будет отлично. Как видите, здесь очень много двигателей. Все за все отвечают. Выхлопные трубы шикарные. Баки отлично сделаны. Просто вообще великолепно. Мне очень нравится задняя часть, как сделана. Давайте откроем кабину, если у меня получится вылезти. Черт. Черт, я вылез, но не с той стороны. Так, здесь есть. Давайте попробуем здесь вылезти. Куда? Куда? Где? Черт, выпустите меня. Гады. Есть, вылез. То есть вот эта часть мне очень понравилась, как сделана. То есть она так скошена, классно. Фары сзади есть. То есть все отлично выглядит. Именно симпатично выглядит, что радует на самом деле. Прошу прощения. Так. Великолепная функция, которую я вообще увидел... первый раз в этой игре, что кто-то это сделал. Ну, стеклоочистители, это и так понятно. И молодец, придумал классно. Выглядит очень прикольно. Понятно, что не нужно, но реально прикольно. Очень классно, мне еще понравились, как выглядит. Так, еще у нас вот есть мигалки, так их назовем. Так, секундочку. Блин, 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 застрял, застрял. Застрял, нет. Застрял, 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 застрял. Нехорошо. О, могу, все, вот. Все, теперь вылезли. Так, давайте быстренько сядем. Ладно, сначала о хорошем, так скажем. Давайте отключим звук. Так. Это мигалки, я уже сказал. Просто великолепно сделаны. Звук отлично сделан. Также здесь еще есть, открывается у нас задняя часть. И вот на этом, в принципе, все. Функционал закончен. Функционал закончен. И к чему я сразу придираюсь? Именно придерусь здесь, потому что и по-хорошему придираюсь. Не по-плохому, не хочу там... сказать что-то плохое об этой простройке. Я просто скажу, что здесь не хватает, на мой взгляд. Или как бы я сделал по-другому. Во-первых, кнопки, которые у нас вот... вот, то есть кабина, да, открывается. Вот здесь вот. Вот эта вот кнопка, которая открывает, оказывается, вообще кабину. Я прям удивился. Их надо было как-то по-другому ставить. То есть я бы кнопку эту на дверь поставил. Здесь бы я тоже на дверь поставил. Вообще, эту кнопку я куда-нибудь сзади тоже поставил. Вообще здесь рядом с электрощитком что-нибудь сделал такое. То есть как-то это можно было поинтереснее сделать, на мой взгляд. Потому что, ну, лично мне кажется, как будто, ну, чуть-чуть вот не хватает этого.
и во всем остальном все отлично. Но вот придраться к этому можно. Ну и единственный момент, то есть как бы вроде бы мы заходим в заднюю часть автомобиля, в котором по сути здесь должна быть лежаночка, да, маленький холодильничек, ну и маленький телевизор, чтобы водитель мог отдохнуть спокойно там на ночью, когда, чтобы не рвать по трассе, если ему не слишком нужно торопиться. То есть он спокойно мог и легко, и удобно, самое главное, отдохнуть. И вот этой лежанки-то и нету, можно было ее добавить. Но все равно очень круто, а мы продолжим. Следующая постройка. Функционала здесь не очень много, но мне эти две построечки понравились. Именно видом. Никита Сергеевич прислал их, а он у нас уже, так сказать, объявил о себе, что он строит качественные постройки, очень похожие постройки. Поэтому две зенитки. Давайте первую посмотрим. Прям такая очень внушает. Это я бы даже не сказал, чтобы зенитка. Это прям какая-то авиационная пушка или что-то, знаете, может быть еще покруче. Очень много кнопочек. Все так покрашено, красиво сделано. Очень круто. Ну что же. Только вот сразу, да, у меня... Я сразу такой садится стрелок, так скажем, да. Куда? Ну и хотя вот может быть у него пульт управления, да. В принципе, ладно, будем так предполагать. Бах, 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 бах. Ой, вот это классно сделано. Бум-бум-бум-бум. Ну вот единственного звука такого не хватает, как зенитка работает. Прикольно, молодец. Он написал, что у него есть кнопка выстрела, но вот как она работает, да, то есть... Я не представлял, думал, интересно, как она будет работать. И вот она оказывается. Очень шикарно. Здесь я долго не буду говорить, но прям, ну очень шикарно. Ну, посмотрите. Вот в данный момент я считаю, что все-таки и кабина должна была тоже приподниматься. Пух, пух, пух. Ой, классно, классно, классно. Еще и трясется так. Видно, прям трясется немножечко. Кстати, я бы... Если Никита Сергеевич попробовал поставить бы это все еще на подвесочку и посмотреть, как она бы так тряслась, отдача прям такая была. Это было бы интересно. Так, у нас здесь какие-то механизмы, я смотрю, у него. Или чертежи, так скажем. Ну и тут уже что-то такое другое. Давайте тоже заценим, такая более попроще, такая полевая, так скажем, зениточка, да? Вот здесь уже, видите, подъем такой у нас. Ого. И поворот у нас такой медленный. Ну нет. Для зенитки это слабовато. Бах-бах-бах-бах-бах. Ого-го-го-гошеньки. Выстрел какой. Вот это жесть. Она даже не выдержала и вылетела просто-напросто. Это было круто. Это было круто. Я даже переставлю ее. Еще разочек. Мне понравилось. Очень понравилось. Как стреляет, по крайней мере. Прям вообще. Дуло выпало. А, черт, я теперь понял, что это такое валялось. Ствол дула. Ну, я, как всегда, говорю, чушь. Ну, ладно, не страшно, что зенитка развалилась. Можно сказать, она не выдержала бой. Но все-таки это не самое главное. Главное то, что эти постройки очень качественно сделаны, что чем, точнее, радует Никита, ну, а мы продолжим. И последняя постройка от Димы Лазутина. Хот-род. Мне нравится тема хот-родов, мне нравится, как ее здесь можно раскрывать, и те ребята, которые негодуют по этому вопросу, ну, ребят, просто перемотайте, не смотрите, и все. То есть вас никто не заставляет смотреть. Мне хот-роды всю жизнь нравились. И в игре, если они есть, это великолепно. Поэтому я только рад, когда их строят. Ну что ж, давайте осмотрим его. Ну блин, ну посмотрите, вот он уже великолепно смотрится. Он вот прям вот классический хот-род. Вот прям вообще в лучших, в лучшем стиле. Передние колеса чуть меньше, задние побольше. Вызывающий вид. Вообще отлично сделано. Ну блин, ну потрясающе. Мне очень нравится. Прям вот великолепно. Дверцы, ой, вот прекрасно. Прекрасно сделаны. Здесь такой... Блин, прикольно, знаете, на что напоминает? Вот
честно, такая вот кабина, вот посмотрите, и напоминает как будто вот ручник или что-то типа такого, да? То есть кнопочки, посмотрите, даже кабина сделана правильно. То есть кабина тоже симпатичная. Попец какой, трубы как сделаны, вообще великолепно. Прям вообще сочно. Именно прям вот фары сделаны. Ну, блин, потрясающий двиган. Сногсшибателен. Это не то, что потрясающий, он сногсшибателен. Это офигительно. Посмотрите, как сделаны передние колеса. То есть они не от этой рамы идут, они идут вот отсюда. Ой, блин. Классно. Здесь тоже классно. Фары великолепно. Ребята, мне очень нравится. Тут видно, что такое чувство, что будет работать передняя часть. Так, дверцы у нас две. Отлично. Даже дверца отлично сделана. Так. Закроем. Отлично. Дальше. Люк, это чтоб у нас вылезать, понятно. Еще одна дверь. Это что-то сзади. То есть мы там можем... Сзади, кстати, диванчик, посмотрите. Я так понимаю, сделал, ну, что-то типа такого. Можно, в принципе, было кресло поставить. Может быть, оно не влезало там. Но сзади там открывается, и мы можем посмотреть... всю систему. И вот так вот даже. Ну вот единственное, мне не нравится, не понравились эти люки вот так вот. Ну как-то очень просто сделано. Но это лично мое мнение. Здесь уже каждый сам решает. Кстати, блин, даже радиатор прикольно сделан. Обратите внимание, то есть у него даже есть вот эта вот часть, куда заправляется как бы. Просто крышки уже можно, или люки можно так отъезжающие сделать. Не просто открывающиеся, а именно отъезжающие. Но хотя, может быть, я не прав. Ну что же. Ой, дурацкая вот у меня привычка. Не знаю, откуда взялась. Я нажимаю на пробел, типа на тормоз, чтобы забуксовать. Но это ничего страшного в этом нету. Колеса поворачивают отлично. И сразу же я сел. Ну давай, в раскачечку. Давай. Отлично, давайте напрямую сразу спустимся. Подвески нету, но и уход родов, собственно, и никогда и не было. Это, да что ж такое, вот, ну прям хоть вот вырывай мне руки из-за этого пробела. Прям хочется на пробел нажать и вот уйти в занос. Великолепный ход рот, ребят. Мне очень нравится. Хотя я вижу, что задние колеса вроде бы ходят. Так, но... как бы это... ни на что не влияет. Вот такое ощущение, по крайней мере. Ход рот великолепно. Великолепно выглядит, великолепно сделан. На мой взгляд, это потрясающий ход рот. Прям вот 10 из 10. Я в конце ставлю вот это именно от постройки оценку. Остальные... я сказал мнение без оценок, но это не значит, что они плохие. Здесь просто вот именно ход роды мне очень нравится, и тема прям шикарная. Присылайте свои постройки, если вы хотите, в соответствующую тему в группе ВКонтакте. Ссылочка на нее будет под видео. Я обязательно ее посмотрю. Не факт, что она попадет в видео, ваша постройка, но ее могут посмотреть другие. Так что, ребят... это тоже стоит того, чтобы туда ее скинуть. Именно оттуда я беру постройки для того, чтобы показать вам. И если авторы решили поделиться еще с каким-нибудь ютубером этой или другой постройкой, то в этом ничего страшного нет. Если вы видели у них, это не значит, что они ее скопировали, украли или еще что-то, ребят. Поэтому не нужно особенно об этом мне в комментариях писать. Ставьте лайки этому видео, присылайте свои постройки. Если вы хотите больше этих видео, то с вас огромное количество лайков. Всем всего хорошего, удачи и пока.